У нас есть серьезная позиция, типа Коммунистическая партия Российской Федерации, которая эффективно очень работала на майские праздники, провела большие митинги, демонстрации. Есть новая либеральная позиция лица гражданской силы во главе с Михаилом Прохором, которая совершила огромный рывок и, по сути дела, вышла сейчас на первое место, согласно социологическим опросам Фонда общественного мнения. Что касается болотной оппозиции, она проваливается и практически уходит с арены из-за катастрофических ошибок ее лидеров. Лидеры ее, во-первых, провели марш в поддержку продажи русских детей американцам. Да, вот этот противозаконный Димы Яковлева под американскими флагами, это была безумная их самоубийственная ошибка. Вторая ошибка оппозиции заключается в том, что они настаивают на том, что в событиях 6 мая виноваты власти, в то время, когда абсолютно все знают о том, что это было заранее запланированы массовые беспорядки их же товарищами. Когда они настаивают на явной лжи, и плюс все их лидеры один за другим идут по явно коррупционным делам, типа как Илья Пономарев или Навальный, то доверие им практически исчезает. Я считаю, что место болотной оппозиции на сегодня можно считать вакантным, уже пустым.